носить красную обувь. Я для вас выбрала 5 таких принципов, с чем очень хорошо сочетаются красные балетки. Я буду сегодня показывать на своих любимых балетках, а вообще это работает на любой красной обуви, за исключением, пожалуй, сапог. Итак, первое, с чем вы точно угадаете красную обувь, все, что касается марина стиль, то есть морской стиль, все, что касается полосок. Полоска в топах, полоска в юбках, полоска на сумках, полоска там, полоска сям. То есть красная обувь сама по себе очень хорошо, красные балетки, давайте я буду говорить, чтобы было проще, очень хорошо подчеркивает полоски. Второй принцип – это клетка. Клетка шотландская, клетка французская, клетка мелкая, клетка гусиная, да, или как она, клетка крупная, не имеет значения, главное, чтобы она, крупная клетка, вам подходила по формам. Но в целом клетка, как и полоска, очень здорово любит красную обувь. Обязательно попробуйте, и я думаю, вы будете очень удивлены, как круто это смотрится. Следующий принцип, под который вы точно угадаете с красной обувью, это одежда в стиле total. Total white, то есть вы во всем белом. Белая блуза, белая юбка, белые шорты, к примеру, либо же total black. Это может быть во всем черном, либо же вы просто черное маленькое платье, которое хотите сделать не в вечернем варианте, а, возможно, дневной, casual вариант или рабочий какой-нибудь деловой стиль. Это тоже позволительно. То есть когда вы в каком-то одном цвете, особенно если это нейтральные цвета, черный, белый, серый, красная обувь идеальна. Это такая, знаете, вишенка на торте, это та изюминка, которая нужна, чтобы разбавить базовые вещи. Если вы не смотрели еще видео про с чем носить базовые платья, я вам рекомендую это видео обязательно, потому что в нем показаны принципы, что такое базовые вещи, что такое базовое платье, что такое базовые цвета. А следующий принцип, с чем носить красную обувь, это цвета-антагонисты. Что такое красный по цветовому кругу? Напротив красного стоит зеленый. Только сам по себе зеленый нейтральный, да? А все, что касается зеленого спектра, это может быть цвет морской волны, это может быть цвет мятный, это может быть цвет такой вот молодой зелени. В зависимости от того, вы выбираете свой зеленый, который вам подходит по цветотипу. Не что попало только потому, что он зеленый. Зеленый может быть холодный, зеленый может быть теплый. Вы же помните, да, про это? Если у вас у лица будет ваш правильный зеленый, то красная обувь подчеркнет друг друга. Последнее, с чем очень хорошо красная обувь, это джинс. Это могут быть классические синие джинсы. Это могут быть джинсы с дырками. Это могут быть, но при этом, если у вас верх не отвлекает на себя внимание, на ваш низ, скажем так, тогда топ, все, что вот отсюда, включая аксессуары и макияж, не должен быть ярким. Надеюсь, вам сегодняшний урок был полезен. Ставьте лайк, если это так. Пишите, пожалуйста, с чем вы сочетаете красную обувь. И будем общаться, будем делиться впечатлениями, будем помогать друг другу формировать впечатление о себе. На сегодня все. С вами была Оксана Терехова. Увидимся в новых роликах. Всего доброго. Пока-пока.